И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Farming Simulator 15. И своеобразный будет полуотчет, полугеймплей, так сказать, на новой карте. Я вот стою и не понимаю, какого черта происходит. А у меня 11-е поле засеяно. В прошлой серии начал я его сеять, засеивать пшеницей, насколько мне помнится. Пшеницей мы его засеяли, и сейчас я 12-е поле, вот это маленькое, решил засеять травой. Но при засеве обнаружилась вот такая вот фигня нездоровая. Смотрите, граница поля, которая появляется под текстурой поля, смотрите, что происходит. Какая-то непонятная фигня здесь. То есть вот эта вот граница, которую я видел, да, по краям каждого поля, которое идет, выглядит как-то нездорово. Надо с этим будет что-то сделать. И скорее всего все видео будет составлено из небольших кусочков. Я буду играть, буду сталкиваться с какими-то вот такими вот вещами, которые я не совсем понимаю. Буду разбираться, изменять их и будем продолжать, соответственно. Так что вот эта серия будет непосредственно именно в таком плане проходить. По поводу изменений, я технику потихонечку начал перегонять. Мне в комментариях писали, что жатки не подходят. Не знаю, обе жатки прекрасно подходят для нашего комбайна. То есть они от него и есть. И начался перевод. Перевод идет, таблички постепенно переводятся. То есть стоянка и мойка, то есть и это переведено. Ну вот на текущую секунду переведено порядка 30-32 табличек вот такого плана, да, свинарник. Вот здесь висела табличка выдача свиней, которая не влазила. Ну вот скажите, зачем это надо? Мы уж как-нибудь разберемся, где выдача свиней происходит, да? Поэтому тут свинарник, тут хлев у нас будет. Вот он у нас, хлев. Все таблички вот эти вот потихонечку меняются. Меняются. Парковку я уже показывал, видели мы. И меняются вот эти вот таблички постепенно. Кукуруза, рапс и что еще? Ну, понятно, вот эти вот все. Ячмень там. Здесь у нас солома, силос, моносмесь. Здесь было что-то, какое-то другое название. Я вот не помню и, честно говоря, особо над этим не заморачиваюсь. Я посмотрел по триггерам разгрузки. Здесь у нас должна быть моносмесь. Поэтому написано моносмесь. Естественно, эти же самые таблички, они есть на другой стороне ангара. Здесь у нас пшеница. И что еще? Ну вот они, все те же самые таблички дублируются уже на месте загрузки в хранилище. Как будет загружаться, я еще не знаю. Но я говорю, постепенно, потихоньку, полигоньку это все будет меняться. И вот эти вот круглые вращающиеся штуки, я их вроде бы подбирал. Не знаю, зачем они опять появляются. И вот эта табличка, которая в прошлой карте была не переведена, да? Соответственно, вот те все таблицы. Ну, то есть, с базой я немножко поработал. Сейчас стало более-менее походить на правду, да? Морковь, лук, свекла, картофель. Единственное, вопрос у меня возник по капусте. Капуста краснокочанная и белокочанная, по идее, называется. Но такие здоровые надписи, я, честно говоря, не знаю, как уместить на эту табличку. Либо в две строчки писать, либо еще как-то. Поэтому пока что рабочий вариант остается такой. Красная капуста, белая капуста. Вот, как-то вот так вот. Хмель, подсолнечник. Ну, то есть, вот на базе, мастерская, то есть, все вот эти надписи, они приведены в один стандарт. Шрифт один, выглядят одинаково. То есть, все более-менее достойно. Так, что еще у нас нового, хорошего? Пока что все. То есть, я сейчас прерусь и буду разбираться, что у меня здесь происходит с травой. Как это вообще должно все выглядеть. Езжай, езжай, не переживай. Семена тратятся. Семена тратятся наемными работниками, поэтому, эх, застрянет, нет? А, нет, норм все. Это у нас такая текстура, через которую проходить можно, да? Нормально, пойдет.
против этого не возражаю. И здесь смотрите, что видно, да? Я думаю, что я это поле до конца дождусь, пока оно у меня до конца засеется травой. И потом буду разбираться, что вот это за фигня такая. Ну, скорее всего, придется как-то редактировать ландшафт, либо еще что-то. Я вот, честно говоря, не совсем еще с этим разобрался, но буду пробовать. Так что как-то вот так. Промучившись кучу времени с этим ландшафтом, я так и не разобрался, как там что работает. И взгляд мой упал на прицеп. На прицеп, который мы использовали, да, для перевозки всяких палет и всего остального. Так вот, как раз то. Так вот, решил я его немножечко облагородить, потюнинговать. И решил его самого не менять. То есть вот есть вот такой вот, да, наш прицеп. И немножечко другой я решил сделать на его основе. Где он, кстати? Где он? А, вот он купился. И вот смотрите. Пока что, ну да, это... Это проба пират, так сказать. Разрешение, качество, конечно, еще пока не очень. Он весь такой облезлый, обшарпанный, что мне аж прям грустно на него смотреть. Поэтому первым делом я воткнул на него колесики. Колесики вот такие вездеходные на нем будут стоять, а в остальном и целом, в принципе, все то же самое. Сейчас тягач возьму. Возьму тягач и покажу, как это все работает. Поехали. Тут у нас тягач немножко с другой кабиной, тут у нас вон сиденки там клевого цвета. Ну, в общем, как-то все вот так вот, да. Уйди с дороги. Так. Смотрим. Это небольшое такое лирическое отступление, потому что реально вот так вот. Вот вы только посмотрите, какая красота будет. Да? Вообще прям огонь, мне кажется. А то с этими, со старыми колесами, давайте для сравнения я куплю то, что у нас было. Вот такой прицеп у меня стоит сейчас на базе. Ну, какой-то, откровенно говоря, не очень. Текстурки такие блестящие почему-то на колесах. Ну, как-то вот... Ага, вот здесь я уже изобретал велосипед, понятно. Ну, это все корчи, так называемые, что... Тут надо что-то сделать, тут надо. Вот эти вот палочки, я так и не понял, нафига они нужны. Они, смотрите, они вообще в воздухе висят и втыкаются в колесо. Ну, в стандартном трейлере, если кто не заметил. Что это за штуки такие, что это за трубки, я так и не осилил. Поэтому, если кто знает, подскажите мне в комментариях. Здесь я решил от них не избавляться. Я их просто вон туда перенес, и все, и они там у меня находятся теперь. В общем и целом, трейлер остался без изменений. Пока что на него поставились колеса. Такие модные. Ну, может быть, я еще их поменяю. Может быть, вот такие вот возьму. Посмотрим, в общем, как это все будет выглядеть. Пока что у него колеса вот такие вот. Вот. Задние. Отсюда я снял. Вернее, не снял, заказал. Привезли под заказ все. Такие дела. Поэтому как-то вот так, ребята. И все, все шикарно работает, все крутится. Только, вот видели, есть косячок. Когда колесо повисает в воздухе, вот с этим я еще не осилил. Но, опять же, давайте покажу. Ну-ка, подожди, подвинься. Вот бугор этот, на котором я тесты тут проводил. Вот смотрите. Вот видите, колеса повисли в воздухе. И они продолжают крутиться. Как их остановить, я, честно говоря, еще пока не знаю. Потому что мы берем... Эта болячка идет с самого трейлера. А я в модельстроении еще дуб-дубом, поэтому... Здесь я еще не разобрался. Сейчас покажу вам, как это будет выглядеть с этим трейлером. Ну вот это стоковый, по факту, трейлер, который мы получили, да? Ой, что-то далеко поехал. И вот у него абсолютно та же самая болячка. Я думал, это я накосячил, оказывается, нет. Вот, видите, колеса продолжают крутиться. Такие дела. Поэтому как это победить, я еще пока не знаю. И поэтому трейлера вот этого нового пока что на Яндекс.Диске не будет. До того момента, пока я его не подшаманю. Ну, в общем, я буду это все делать, все разбираться. Как-то...
Как-то вот так вот. Хорошо, когда денег много, да? Ну, пора возвращаться на наш полигон. Пора возвращаться на наш полигон. И там уже, соответственно, как-то хозяйство развивать. Все, погнали. Так, у нас очередное и последнее поле засеяно. Это у нас поле 21. Все поля засеял я. Просто шикарно. Вот этой селки, кстати, 4050 литров хватает на... Ну, хватает. Хватает на 21 поле. 22 я где-то с половиной ездил, уже заправлялся, потому что там... Ну, в общем, с одного поля на другое переходило. А вот здесь я полностью, абсолютно целая селка и 21 поле. Целый, имеется в виду, заполненный. Эх, откройте. Так, ну и в принципе, работа шла, работа кипела. Таблички, которые на базе я показывал, в остальных местах я много, прям везде много. Прям безумно много. Настолько много, что я уже устал ими заниматься. Ну, в подавляющем большинстве я их перевел. Можно, кстати, прокатиться. Вот эти вот зоны разгрузки, не знаю почему, просидел сейчас несколько часов, убирал эти зоны разгрузки, вот эти круглые штуки. Так, куда бы проехать поближе, чтобы на них посмотреть? Прямо поехали. Так вот, убирал, собрал архив в кучу, что якобы все должно работать, а нет, не работает. Такой жесткий облом. Жесткий облом. И ничего у меня не заработало. Поэтому я просто элементарно удалил и вернул все обратно. Теперь у меня опять эти кругляшки остались на месте. Так, откуда взялись здесь бревна? Кто-нибудь мне подскажет? 4800 бревен. Откуда они тут взялись? Я не привозил. Интересно. Ну да, вот таблички, кстати, вот. Новенькие. Тут у нас поддоны. А, вот эту я еще не исправил, да? Деревянные поддоны. Ну да ладно, доберусь я до нее как-нибудь. Которая вон у нас подсказочка в левом верхнем углу. Часы работы вот эти я исправил. Тоже вон красивая такая табличка стала. А вот откуда бревна здесь взялись, я, честно говоря, не совсем понимаю. Вот реально. Я не привозил. Странно это все. Это один момент. Второй момент. Вот эту я тоже забыл исправить. Ну, в общем, еще косяков хватает. Потихоньку будем кататься, потихоньку будем исправлять. Вот здесь тоже дизель. Вон там у нас. Вот до этого прием свиней, прием, который все, что не влазит, я уже просто не могу. Надоело мне. Вот как хотите, надоело. Вот в таком виде, в первой редакции я это и выложу. Здесь у нас идут бревна. И во-вторых, у нас здесь идет еще... Опять же, не сохранилось. Сюда я прикреплял табличку еще поддоны. Я смотрел на триггер разгрузки. Там принимается бревна и поддоны. Поэтому я делал две таблички. И бревна, и поддоны. Здесь у нас овечья шерсть принимается. Ну, шерсть у нас в единственном экземпляре присутствует. А вот здесь табличек никаких нет. Но вот на этом маркере, который вот здесь, принимается много чего. Там у нас и фрикадельки, и картошка какая-то, и картошка фри, и картошка жареная. Там и еще какая-то фигня. Короче, там много чего принимается. Здесь таблички все переведены, здесь вот не все переведены. Древесные гранулы. Кстати, вот здесь
Наврали. Вот здесь наврали. Здесь не древесные гранулы, здесь триггер принимает поддоны. Не знаю, как переводили здесь, но здесь принимает поддоны. Я табличку брал с этой с проезжали, в общем, где мы только что. Ну, в общем, оттуда я брал, дублировал табличку и вешал сюда. И, похоже, вот из-за дублирования, из-за этого у меня что-то где-то пошел косяк. Поэтому что-то как-то вот не работает. Ну, да и пес с ним. Завтра, может быть, посижу. Серия выйдет в пятницу, ближе к вечеру. А на выходных я не знаю, буду я сидеть или не буду. Ну да, вот эти вот все таблички надо попереводить. И как бы будет все хорошо. Ну ладно, с этим разберемся. С этим разберемся. Все, поехали. Надо хоть немножечко поиграть, надо немножечко хозяйством своим заняться. А то что это? Поберегись. Погоняем хоть. Все поля у меня засажены, все хорошо. Единственный вопрос, что это... Открывайте. Босс приехал. Семена протравленные. Тоже надо заменить эту табличку. Так вот, вот, кстати. Кстати, вот какая штука у нас здесь стоит для удобрения. Но текстура поля показывает, что у нас все удобрено вроде как. Да? Я вот что-то сомневаюсь. Так. Закатываемся. Закатываемся. Нам пока этот полуприцеп не нужен. Ну там бревна откуда-то взялись. Если кто знает, напишите мне в комментариях, потому что я их туда не привозил. Может быть, у кого-то то же самое будет. Не знаю. В общем, что мы делаем? Мы вот эту сеялку оставляем здесь. Хватаем штуку, которая удобряет. И едем пытаться удобрять. И у нас 100 тысяч денег. Было 111, по-моему. Все ушло на семена. Приезжал, заправка там... Средненькая такая заправка. 1600 отлетела. Так, вода, семена. Ага, удобрение проехал. Так. Заправляемся. Удобрение, да. Класс. Колеса такие. Хм. Такие же, что ли, как у трактора? Ни черта не видно. Надо помыть хоть что ли технику. А то как-то упахалось. И смотрите, полбака бенза я сжег. Полбака солярки я сжег. О, первая мойка. Давай, колеса, все помыть надо. Отлично. Семьсот 10 на 70. 38 радиус. Так, готово. 710. Тут 520 на 85. А тут 710 на 70. Какой тут радиус? 46, а здесь 38. Ну, не знаю. Как-то странно это все. Ну да ладно. Ну да ладно, разберемся. Так, с полями. И, кстати, да, я так и не победил вот это поле. 12-е. Я сейчас проеду, покажу по-быстрому. Но я уже показывал его. Для вас-то это быстрое время прошло. Для меня практически целый день. Вот это 12-е поле, вот с этими текстурами, я так и не разобрался, что делать. Вот с этими корявскими текстурами. И я прям не понимаю. Если у кого есть познание, что это такое у меня... И с чем это едят, как это все дело закрасить, зелененькая травка, напишите мне, пожалуйста, и я буду очень благодарен.
Так, эта штука у нас раскидывает на 26 метров, по-моему, да? Так, ставим. И сколько она у нас? Так, подождите. Уже все кнопки забыл. Вот так вот, да. Смещение убираем. Что еще? Вот так вот выставляем. Давайте первый рядочек, наверное, сами прокатимся, да? Поехали. И текстурка не меняется. То есть у нас здесь поле удобренное, насколько я понял, да? Если я все правильно понимаю. Удобрением пофигу, они будут удобрять, будут высыпаться. Когда у меня стоял soil mod, и я пытался вот этой штукой посеять, ой, посеять, ну удобрить, вы поняли, в общем, оставались какие-то синие фигнюшки такие на поле. Сейчас же ничего не показывает. Ладно, будем считать, что удобрено. Так, по-простецки. Все удобрено. Урожай соберем, посмотрим, изменится ли текстура поля, а дальше уже будем смотреть и решать. Так, тогда это мероприятие у меня откладывается. Надо тогда еще чем-нибудь заняться. А давайте мы займемся, наверное, животными. Животными. Вопрос только в том, что я вот что-то по деньгам пытаюсь прикинуть. Сколько мне денег надо на все это мероприятие? 97 тысяч. 97 тысяч, да? Хм. 97 тысяч животные. Кормить мне их нечем. Мне нужно в любом случае тогда... Давайте начнем тогда вот так. Мне нужна сенокосилка, во-первых, в любом случае, да? 13500. Ну, в принципе, копейки стоит. Окей, берем. Подборщик у меня есть. А что мне еще надо? Солома мне нужна. Солома у меня с пшеницы будет после урожая. Подборщик под солому есть. То есть трава есть, солома есть. И вода мне нужна. Вот что. Вода мне нужна. Эх, где же мой манта, а? Дорогая сволочь. Даже 50 тысяч кредита я возьму, остатки. Нифига мне не хватит. Так, где-то у нас в модах была бочка. Бочка, бочка, бочка. Вот здесь она была, да? 19 тысяч. Берем. Она у нас под молоко и под воду. И в принципе все, можно ехать покупать. Ой, покупать, забирать. Мне вот интересно, куда возвращается техника. Я еще ни разу не возвращал. Давайте вернем вот так сразу. Раз. Куда она телепортируется? И... А, вон где. Понятно. И нам вроде как можно косить траву на бесхозных полях. С какой стороны-то ее хватать? Есть. Водички можно заправить, кстати. А то потом денег не будет. Есть. Давайте попробуем. Я просто... Все в первый раз. Все в первый раз делается. Пойдет. И деньги с меня забирают. Эх. Дистиллированная вода, что ли, блин? Обогащенная всякими минеральными веществами. Ценник-то как, я не знаю, на что. Смотрите, просто колоссальное количество денег снимают. Надо с водой что-то делать. Где-то надо искать бесплатную воду. Надо какую-нибудь лужу найти. Или шахту пробить, колонку какую-нибудь. И там заправлять. Так, водичка. Водичку мы пока оставляем. Да? Да. А хотя, с другой стороны, смотрите, у меня сено будет, вода будет, да? То есть, по факту, мне можно уже животных покупать.
уже животных можно покупать и начинать кормить. Там беспонтовое, конечно, производство будет, но тем не менее, да? Так, давайте. Кого мы берем? Наверное, простых коровок возьмем. Благо, они здесь у нас недалеко, да? Да у нас, в принципе, все недалеко. Ну, черт побери. Давайте штучек, наверное, да? Сколько? 10? 3, 4. 10. Пойдет. И овец, может быть. Но овец можно... Овец можно прям соточку взять. А что, пускай шерсть сделает. Вот им как раз надо. Коров, кстати, зря я, наверное, купил. Ну, понятно, что не зря, но... Вот, 30. Давайте соточку, действительно, овец возьмем. Пускай шерсть приносят. Им для стопроцентного производства надо там буквально фигня. Там трава и вода, и вперед. Да хорош, я знаю, что приобретено. Вот так вот. 100. 6 тысяч осталось. 6 тысяч. Ну и 50 куриц. На сдачу мне 50 куриц дайте. 20, 30, 40, 50. Ох, как угадал ровненько. Еще 50. Не хватит. Так, хорошо. Хорошо. С животными более-менее разобрались. Теперь, где у нас чего растет? Вот у нас растет, урожай созрел. Трава вот здесь растет, вот в этом месте, и вот в этом месте, и вот в этом месте. То есть у нас по факту со всех полей у нас только три места, где можно косить траву. Прикольно, да? Так. Выход из хлева. Вот эти таблички я тоже все удалял. Блин, вот я говорю, что-то какая-то фигня, как-то некорректно. Я, похоже, все это добавлял, удалял. То, что у меня перестало запускаться после изменений. Ну да ладно. Так, где наши коровы? Где наши овцы? Коровы. Коровы вот. О-о-о. Курочки ходят. Ништяк. О-о-о. Петручо, как тебе? Раздолье наступило? То у меня бедняга, он постоянно на голодном пайке ходит. Так, и коровки вон они гуляют. Класс. Все, прям сельское хозяйство. Куры кудахчут, коровы мумукают. Мычат, в смысле. Так, а где у меня овцы? Овцы, овцы, овцы. Я не понимаю и не знаю, где у меня овцы. Надо найти их обязательно. Овцы. Им, кстати, водички можно отвезти будет, да? Так, овцы. Блин. Тыры-тыры. Вот это что такое? Тут курицы, тут курицы, тут еще курицы. Ну это прием, наверное. Вот это корова, наверное, да? Блин. Проезжай. Так, где у меня овечьи пастбища? Должно быть, по идее, все компактненько расположено, да? Или нет? Так. Сейчас я буду подтраивать здесь, пока не найду. Так, давайте я найду, и мы с вами продолжим. Так, и я, по-моему, знаю, где они находятся. Поехали. Ехаем мы на юга. Да, погнали. Сразу водички им заберем. Водичкой напоим. И, в принципе, все на этом, ребята.
Я буду на этом заканчивать. Потому что как-то с этими модами, с этими, со всякой фигней просидел, что-то у меня уже вообще никак. Просто никак. Поэтому ни желания, ни терпения, ничего уже не хватает, поэтому я буду заканчивать. Очень много косячу именно с модами, именно с вот с этими то таблички, то еще какая-нибудь фигня, да? Где-то посидел там, я говорю, 2 часа сидел, добавлял, исправлял, раз, и оно просто тупо не работает. Почему, я не могу понять. Приходится все переделывать заново и, ну, в общем, вот такая этот мартышкин труд вот этот как-то напрягает немножко, поэтому на сегодня, что называется, хватит, и поэтому и серия вот у нас такая. Вон они, овечки наши ходят. Погнали. Так, поворот. Овечки, здрасте. Куда вам водичку вылить? По-моему, вон там поилка, да? Неплохо. Это кормушка. Вот поилка. Раз. О! Нифига себе, анимированная штука. Смотрите, как классно. Хо-хо-хо. Классно. В бочке анимацию сделали. Вообще зачет. Пойдет, мне нравится. Мне нравится. Так, запаса корма в полной кормушке хватает на 6 дней. Хорошо. Тогда я эту бочку, в принципе, пока что бросаю здесь. Коровы у меня будут без воды. Ну, там коров-то там. Смех и грех. Денег надо. Можно, конечно, взять кредитик. Но как-то не очень мне хочется. Так, а чё, правда, 3,6? Не верю. 3,5, ну. 3,5. Подожди, не там. Вот, 3,5. Готово. Да что ты мне 3,6-то выставляешь? Готово. Опускаем. Включаем. Поехали. Юху. Ага. Понятно все. Да, ребята, уже надо. Пора идти спать. Ну, в любом случае, я надеюсь, что вам понравилось. Моды я обязательно там прицеп, еще что-то. Карту саму непосредственно я выложу на Яндекс.Диск. Ссылка в любом случае будет под видео. Она постоянно там висит, она никуда не девается. Будет лежать архив, будет называться он просто Unna. Вполне возможно, что по-русски. Нет, по-английски будет называться Unna 2015.rar. Архив RAR будет. Его нужно будет распаковать, положить в папочку модов. И в принципе все. Там будет карта. Вот, по крайней мере, то, что есть на текущую секунду с какими-то уже переведенными таблицами. Таблицами. Табличками. И, соответственно, моды, которые необходимы для игры. То есть там всякие прицепы, там что там у нас еще есть. Всякие вот это вот сеялка будет. Ну, что-то переведено, что-то нет. Поэтому в любом случае вот этот корявские трейлеры там, да? Ну вот я говорю, я соберу комплектик. Вот этот трейлер как бы нафиг не нужен. То есть он есть в модах, уже лежит. Поэтому это с игрой идет. Вот эта вот бочка, на которой только что я гонял, тоже будет и есть. Она лежит. Гримми Макстрон вот этот для уборки всего чего угодно тоже положу. Это тоже положу. Аренушек закинем. Сейлки вот эти вот все, да? Бранд .dds даже неправильно мододелы чертовы, я и то уже без ошибок делаю, вон как видите, все прям приятно.
Здесь в любом случае будет добавляться. Тут он у меня уже вездеходный прицеп. Но он пока что еще сыроват, ребята. То есть там надо кое-что поправлять, поэтому выкладывать не буду. Так, и в принципе вот эти вот трейлера все тоже будут на Яндекс.Диске. Но не все с архивом. То есть я в любом случае вот это вот все в один архив засуну. А там уже сами смотрите, кому что надо, кому что не надо. Выкидывайте и уже дальше там распределяйте. А я буду потихоньку эти моды переводить, добавлять в папочку, что-то изменять. То есть будут они переводиться, будут они там как-то видоизменяться. Вот эту вот кучу модов, все, что будет переделываться, я буду толкать вот себе вот в эту папочку. Так что потихонечку здесь будет прибывать. Для мана навесное оборудование, там и площадку я верну, и бочку я верну нашу, с которым я катался уже достаточно долго, да? Ну, в общем, займусь уже непосредственно модами. Ну и разберусь все-таки с этими кругляшками чертовыми. Они мне прям покоя не дают. Ну, в общем, все, ребята. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте свои комментарии. Особенно в группу заходите, тоже пишите. Есть обсуждение, созданное по этой карте. У кого какие вопросы появляются, пишите обязательно. Будем стараться решить сообща. Все, всем удачи, увидимся. Всем покедова.